вот вчера получила две посылочки. Конечно, я их не смотрела. Вчера была занята. Ну, все хорошо прошло, слава Богу. Все довольны. Я довольна подарком таким роскошным. Потом покажу. А сейчас посмотрим посылочки. Вот, первую разрезала посылочку. Две коробочки. Ага, вспомнила. Брелки с фонариками на солнечных батареях. Две штучки заказала. Вот такой вот брелок. Это фонарики работают на солнечной батарее. Три светодиодных лампочки, как пишет продавец. Хорошо освещает. И в темном помещении я пробовала. Хорошо освещает. Свет яркий. Так что можно пользоваться. Тут два таких фонарика я заказывала. Второй фонарик тоже работает. Размер фонариков 60 на 38 миллиметров, высота 8 миллиметров. Брелки шли месяц мне. Упаковано хорошо, вот такие коробочки. Бумагу такую завернута, все нормально, хорошо. Ссылку на фонарики оставлю под видео. Заходите на мой канал. Удачных вам покупок на AliExpress и всего доброго!